последнюю среду декабря. Поздравления с юбилейным днем рождения принимал директор филиала «Заря» закрытого акционерного общества «Витебскагропродукт» Александр Иванович Емельянов. По этому случаю в актовом зале предприятия собрались члены коллектива, немало гостей. Первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Чашнинского райисполкома Михаил Иванович Мельчанин поздравил именинника с юбилеем. Вручил Александру Ивановичу почетную грамоту райисполкома за значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса района. Поблагодарил за труд. Александр Иванович своим трудом снискал уважение и авторитет. Молодому поколению есть чему у него поучиться. Ведь за высокими показателями достойный уровень зарплат, социальная и экономическая составляющая развития региона. Затем именинник принимал поздравления от председателя агропромышленного холдинга «Славянский Велес», председателя наблюдательного совета закрытого акционерного общества «Витебскагропродукт» Владимира Петровича Некрашевича. С первого дня основания закрытого акционерного общества «Витебскагропродукт», отметил Владимир Петрович, у истоков филиала был именно Александр Иванович Емельянов. Немало его заслуга в восстановлении комплекса после проблем с африканской чумой свиней. Сегодня предприятие дает продукцию, что положительно сказывается на финансовом положении холдинга. Владимир Петрович выразил слова благодарности руководителю за инициативу, высокий профессионализм, результативный труд и вручил награду. Пусть каждый день и каждый час удача окружает вас. В работе все идет как нужно, а дома все в порядке дружно. Удачи, счастья и везения, 60-й день рождения. Директора филиалов агропромышленного холдинга также приехали поздравить юбиляра. Не осталось в стороне и руководство открытого акционерного общества «Мясокомбинат Славянский». По поручению Витебского областного союза нанимателей специалист Чашнинского филиала Александр Иванович Севашенко, поздравляя юбиляра с праздником, отметил его профессионализм, пожелал здоровья, семейного благополучия, плодотворной работы. Отрывной комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса вас поздравить с этим замечательным юбилеем. Пожелать вам многие лета, доброго вам здоровья, чтобы ваше предприятие процветало, чтобы ваш коллектив такой сплоченный, дружный и всегда вас поддерживал, и вы были на высоте, достигая самых высоких показателей по нашему району. Большое вам спасибо за активное участие в профсоюзной жизни района и примите вот этот скромный подарочек от нас. Много теплых слов адресовали руководителю работники предприятия. Большое умение сплотить и профессионально подчинить коллектив одной общей цели дает свой результат. В свою очередь Александр Иванович Емельянов благодарил за поздравления. Отметил ответственность и трудолюбие работников предприятия, что помогает достигать поставленных целей. Производимая холдингом продукция сегодня хорошо известна не только в республике, но и за ее пределами. Филиал «Заря» вносит свой вклад в социально-экономическое развитие района, удовлетворяет потребности людей в качественных продуктах питания и обеспечивает продовольственную безопасность.